Комиссия сочтет вас достойным внимания, они попросят привести ее в натуральном виде. Мама, что? Если все будет в порядке, мы сможем добраться к тому знаменитому доктору. Я все узнала. Он живет в Тибете. Надо лететь в Далхассе. Это 20 часов в воздухе и довольно дорого. Еще полгода курс лечения. Сколько они могут заплатить там за эту вазу? Не знаю. Но я думаю, что старинные зерна тоже кое-что стоят. В крайнем случае мы возьмем банки. Лу, говорят, что по радио передавали штормовое предупреждение. Порывы ветра до 20 метров в секунду. А у тебя открыто окно. Ой, не волнуйся. Такие толстые стекла выдержат любой удар. Помнишь бурю в начале мая? Угу. Я сегодня посмотрела еще несколько каталогов. И ворона без головы нигде не упоминается. Если они купят эту вазу для музея, мы сможем съездить в Тибет. На следующие раскопки я возьму тебя с собой. Но это будет настоящее путешествие. Да. Мое первое настоящее путешествие. А ты сегодня уже где-нибудь побывала? Пока еще нет, но я собираюсь прокатиться вокруг Африки. Лу, будь осторожна. Если тебя заподозрят, то смогут засечь номер телефона, и у нас будут неприятности. Очень не хотелось бы, чтобы в это вмешалась полиция. Ой, не такая уж я и дурочка. Я все время меняю голоса. Конечно. Доброе утро. Как вы себя чувствуете? Что пришел доктор Максвелл? Мама, доктор Максвелл пока еще не пришел. Просто я изобразила его специально для тебя. О, все, Лу, пока, идет комиссия. Пока. Так.
Здравствуйте. Вы заказывали билеты в Париж? Да, но это просто так, это шутка. Да все в порядке. Вы можете их получить первым классом туда и обратно. Ну, вы знаете, сейчас у меня некоторые затруднения. Не волнуйтесь, все уже оплачено. Кем? Тем, кого я представляю. А кого вы представляете? Я имею право называть только свое имя. Тогда назовите его. Меня зовут Майкл. Моя соседка говорит, что за то, что не приходится платить, потом приходится расплачиваться. У вас умная соседка. Что вы хотите, Майкл? Знаете, если бы не тот несчастный прыжок в 3 оборота, вы бы стали чемпионкой мира. А в мире есть только один доктор, который может вас вылечить. Да, но этот доктор нам пока не по карману. Но если музей... Я заплачу вам в 3 раза больше, чем музей. А если музей заплатит нам 100 000? Значит, я заплачу 300. А если миллион? Значит, я заплачу 3. Но не совсем так. Мы предоставим возможность любоваться этой вазой тем немногим людям, которые смогут по-настоящему оценить ее достоинство. Хорошо, я поговорю с мамой, но я ни в чем не уверена. О, во всем уверены только болваны. До свидания. Ого! Похоже, что верхом на этой вазе могу прокатиться даже вокруг Африки. И не понарошку, а по-настоящему. Ой. Ой, мама как назло занята. Ой, у меня даже дрожат руки. Так. Доктор Максвелл говорит, в таких случаях надо лечь. Похоже, что здесь никого нет. Клянусь Осирисом, Зевсом и Юпитером. Я попала сюда совершенно случайно. Но разве не Сочи помогает нам кое-когда кое-чем разжиться? Правда, у этих так называемых людей еда прячется все время в белых больших ящиках. И поэтому нам, воронам, приходится питаться на помог. Ну, а комнатка так себе, ничего. Телевизор даже есть. Чего себе. Правда, если бы это было бы мое гнездо, я бы...
конечно. Как и все вороны, я ищу себе пару. Но пока не нахожу достойных. Кто-то слишком груб, кто-то слишком умен. Что значит слишком умен? Кто умен, тот умен. И чем больше ума, тем лучше. Слишком умен тот, кто неизвестно почему считает себя умнее всех других. И знает ответы на все вопросы. А кто же тогда просто умен? А просто умен? Тот, кто отвечает на вопрос только для того, чтобы его еще что-нибудь спросили. Ну, тогда я должна тебе сказать, что, по-моему, ты умна. Не всегда. Иногда я бываю умнее всех. И у тебя хороший вкус. Ты хорошо одета. Сочетание черного с серым — это всегда элегантно. Да-да. Я одеваюсь у лучшего портного в мире. Он живет в нашем городе? Он живет везде. И одевает всех, кроме людей. Они сами напяливают на себя всякую белиберду. Хотя все-таки самую лучшую одежду для них шил мой портной. А у вас есть воронья школа? Конечно. А где она? Где? Яйца. И вы сдаете там экзамены? Только один. На лучшее пробивание скорлупы. День своего рождения. Я уже знаю все, что знали вороны моего рода. А мой род относится к тем временам, когда великий Нил, не был еще великим, но был, а был всего лишь маленький. Открой! Ты толпа в детстве!
и открой мне окно. Я не могу встать. Почему? Ты такая ленивая. Нет, просто я прикована к постели. Цепями? Веревками? Хуже. Ой, ты больна? А это не заразно, я ужасно не люблю болеть. Эта болезнь не заразна. Тогда какая ты температура? У меня нет температуры. Тогда почему ты лежишь? Ноги. У меня не ходят ноги. Давно? Давно. Но иногда мне снится, что я снова умею ходить. Я прихожу на развилку трех дорог и вижу, в конце каждой дороги стоят дворцы. Большой, средний и маленький. И чей-то голос говорит мне, что я могу выбрать любой из них. И какой же ты выбираешь? Я всегда выбираю самый маленький. Я бы выбрала самый большой. Но к самому маленькому идет самая длинная дорога. И я иду по ней далеко-далеко, долго-долго. Сейчас таких людей не осталось. Но я сама видела, как Христос сказал этой девочке. Чем-нибудь. Я всегда хочу есть, а сейчас особенно. К сожалению, вся еда в холодильнике, там на кухне. Да, это такой белый ящик. Совершенно бесполезный, потому что в него невозможно пробраться. Ну почему невозможно? Вот приедет мама, она тебя и накормит. Не надо маму. Пусть уж никто не приезжает. Не волнуйся. Мама всегда уважает моих друзей. Уважает? Угу. Ой, а меня уже давно никто не уважал. Пожалуй, со времен Сократа. Ты даже не представляешь, как это прекрасно, когда тебя кто-нибудь уважает. Сократ всегда говорил мне, уважаемая ворона. А знаешь, почему он меня уважал? Почему? Потому что он уважал всех. Даже тех, кого не любил. Правда, с едой на себя было плохо. И ужасно хотелось есть. Прямо я сейчас. Не знаю. Знаешь, чем мечтаю? О чем? Наесться так однажды, что больше никогда не хотелось есть. Раб еды – самый худший раб, даже если он богаче самого фараона. А что тогда будет? Тогда я стану свободной и буду только летать, и только смотреть,
и каркать только тогда, когда мне захочется каркать. Голод не будет меня гнать с земли на небо и с неба на землю. И тогда я докажу старую, как мир, никем не доказанную теорему о том, что птица рождена для полета, как человек для счастья. Кто сыт, тот свободен. Нет ничего ужаснее голодный. Это ты наверняка придумала сама. Да, сама. А интересно, что же ты придумала? Я придумала тебя. Я придумала, что ты мой друг. Я придумала, будто бы ты хочешь мне помочь. Сегодня была бы с головой. Так вот почему такой странный рисунок. И прямой срез на шее. Я догадалась, ей отрубили голову. За что? За то, что она предсказала гибель Помпеи. Но ведь Помпея действительно погибла. Вот именно. Если бы люди тогда поверили ей, они могли бы спастись. Но они оказались для этого слишком глупы. И обвинили Помпейку в том, что она накатывала гибель Помпеи. Эх, лучше бы промолчать. Но мы, ворона, не умеем на свою беду молчать. Мы все время каркаем и каркаем. А ей все-таки хочется. Скоро приедет мама и нас накормит. Надо уметь терпеть. Терпеть голод, терпеть холод. Терпеть жару, терпеть дожди, терпеть умных, терпеть дураков. А твоя мама ничего не говорила насчет зерен? Да, там на дне базы сохранилось несколько зерен. Они могут представить особую ценность для ученых-ботаников. Там должно быть 7 зерен. Неужели они сохранились? Это чудо! Да знаешь ли ты, ничтожное человеческое дитя, что это за зерна? Нет, не знаю. Но если ты знаешь, расскажи мне об этом. О, великая ворона! Когда бессмертные боги узнали о несправедливости людей, они решили избавить Помпейки и своять эту вазу. А
Да? Положили по одному зерну в память о Попейке в ее будущей жизни. Там действительно 7 зерен. Это зерна счастья. И ворона, которая съест хотя бы одно зерно, узнает его вкус. Вкус. По этим зернам можно будет узнать химический состав земли прошлых веков. Мамины друзья напишут об этом, и людям станет стыдно за то, что они сделали со своей жизнью. Но нет, Клим Александрович, стыдней. А я стану. Да знаешь ли ты, что нет ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни пятого, ни шестого, там все. Там все зерна седьмые. Потому что птичье счастье живет на седьмом небе. Если я съем хотя бы одно зерно, то я смогу стать основательницей счастливого вороньего рода. А если в какой-то из своей жизни я стану человеком, то я положу начало счастья людей. Ворона не может стать человеком. Тебе что, здесь и сказки читать? Там люди превращались в лягушек, волков, ворон. И, между прочим, потом обратно в людей. Это все сказки. Нет, это правда. Отойди от вазы. Ну, разрешили попробовать хотя бы одно зерно? Нет. Ну, хотя бы сама маленькая. Нет! Неужели я не имею права на счастье? Я тоже имею право на счастье. И, быть может, мое счастье зависит от этой базы и от этих зерен. Ты эгоистка! Ты думаешь только о себе! Ну да, а ты думаешь только обо мне. Знаешь, я поняла смысл одной старинной вороньей пословицы. Счастье. Это зерно на дне кувшина с узким горлышком. А у него такое же узкое горлышко. Ну разреши мне попробовать хотя бы одно зерно. Нет. Ну хотя бы самое маленькое. Нет. Бедная, несчастная, я несчастная. Ну да, ты несчастная, а я счастливая. Нет, мы обе несчастны. Но если один несчастный может стать счастливым, почему другой несчастный не даст ему это сделать? Хорошо, перестань. Приедет мама, и я попрошу ее дать тебе одно зерно. Когда она приедет? Через минуту, через день, через никогда? Не знаю. Нет, ничего длиннее слова не знаю. Я не могу долго ждать. Я умру в ожидании счастья, и мое счастье останется сиротой. Терпи. Нет. Терпи. Не могу. Ну потерпи же. Не могу. Сейчас же вылези обратно! Я не могу! Я застряла! Помоги мне! Ты ненормальная! Я застряла! Помоги! Помоги мне! Алло! Скорая помощь! Помогите! У меня ворона застряла в базе! Не может вылезти! Мы ворон не лечим! Хватит баловаться! Там попасть под восемь локтей.
здоровых сокровищам, как тысячи таких вас. А я их встречу, никак не поболтать. Прощай!